Благодаря администрации Ленинского района в этом году 15 медицинских работников получили сертификаты на жилплощадь. Это в первую очередь врачи, те, в ком очень нуждается муниципальное здравоохранение. В этом году под педиатров и терапевтов, а это очень такая специфическая специальность, да, почему? Потому что люди выходят на, будем говорить, вызова, и первичное звено, выделено под первичное звено 12 квартир. Мы выходим, ну, в лидерство, наверное, по Московской области. Почему? Потому что ни один район из 47 12 квартир не выделил. Долгожданную квартиру получила Инессе Абдиева, педиатр детской поликлиники. За ее плечами более 20 лет врачебной практики. В день она принимает около 50 детей в поликлинике, а также посещает десятка два больных на дому. Объясняется это просто. Любовь к детям. Дай мне смотреть. Вот тут и чуть-чуть трогает. Вот, а ты... Вот так миндалина. Да. Даже если время приема закончилось, Нисей Байрамовна продолжает осматривать маленьких пациентов. И это тот доктор, кого советуют самым дорогим и близким. Мы очень довольны, Нисей Байрамовна. Очень отзывчивый, внимательный, высокий профессионал. И, ну, замечательный доктор у нас. Мы другого не хотим. Всегда будет решена проблема. В любое время, даже суток, можно сказать. Можно позвонить, можно написать смс, нам всегда будет дан ответ высокопрофессиональный. В детскую поликлинику Нисе пришла работать в 2000 году и сразу встала в очередь на квартиру. У нее трое детей, и все эти годы такой большой семьей они ютились в 32 метрах. Но совсем скоро их ждет переезд в трехкомнатную квартиру в новом районе. Мне впечатления очень такие, как бы, радуют. И квартира хорошая, благоустроенная такая, с ремонтом. Но я надеюсь, что при заселении нам понравится там. Рядом со школой, самое главное, ребенку рядом со школой. Также в рамках губернаторской программы «Социальная ипотека» в Московской области для работников медицинской и образовательной сферы существует возможность льготного кредитования жилья. Андрей Воробьев в своем ежегодном отчете отметил, что для Подмосковья важно привлечение и удержание на рабочих местах хороших специалистов. Хочу поблагодарить всех врачей, особенно 5000 специалистов, которые откликнулись на наш призыв и приехали в Подмосковье, остались здесь работать. Есть на кого равняться, и тех, кто добросовестно каждый день делает эту очень непростую, мы это все прекрасно понимаем, очень важную, сложную работу. Врач – это не просто призвание, это состояние души, желание в любой момент быть полезным и прийти на помощь. И именно такие специалисты живут и работают у нас в Ленинском районе. Алексей Мельников, Владимир Пижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.